Послематчевые комментарии. Тренер команды «Руднефть» Филипп Александрович Скалицкий. Филипп Александрович, ваше резюме по итогу матча и уже чемпионата в целом. Да, но всех с окончанием сезона. Да, хотелось, конечно, закончить его с победой, но ребята все сделали. Для победы чуть не хватило, может быть, везения, мастерства. Вот. Но хороший сезон был, интересный для нас и для ребят. Он, конечно же, в пользу пошел, да, и многие ребята спрогрессировали, это самое важное. Вот. Что касаемо игры, сегодня, наверное, мы рекорд поставили по контролю мяча. Да, много было хороших взаимодействий в атаке и создали достаточное количество моментов. Вот. Но, опять же, чуть-чуть не хватило. Знали ли про рекордную победную серию клуба? 6 побед главная команда одержала в чемпионском сезоне в осенней части. Да, слышал, ребята об этом говорили, но не обращали на это внимания прям сильно. Да, хотелось не прерывать эту нашу победную серию. Там серия без поражения, она идет у нас. Вот. Но, опять же, результат от следствия той работы, которую ребята делают на поле и вне поля. Вот здесь я больше хотел бы акцент сделать на их рост. Да, ребята, по мне, они выросли во всех планах, да, и ментально, и по-футбольному. Да, и какой коллектив образовался у нас. Это было приятно смотреть и перед играми, и после игры всегда так. Вместе, если какая-то неудача, переживают вместе, любой победе радуются вместе, да, и поэтому сегодня и после чемпионата мы соберемся еще немножечко с ребятами, пообщаемся, вот, и проговорим дальнейшие планы, на какие-то напутственные слова скажем футболистам на следующий год, на отпуск. Чуть-чуть приоткрыть занавесу тайны, какие планы у команды на ближайшее время? Сейчас 2 дня отдыха, и дальше мы посмотрим ребят из Академии 6, 7 и 8 года. Большая группа присоединится к нам, порядка 20 человек. У нас будет 3 контрольные игры. Вот, посмотрим их в играх с хорошими соперниками, да, несмотря на то, что они возраст еще школьного, так скажем, да, но у нас в команде, в принципе, большое количество ребят 6 года, да, и Тарас, Ромка 7 года, и привлекались, и смотрели, наблюдали вчера. 3 финала у нас здесь было, проводили ребята, там, кстати, поздравляем, да, и 8-й год, 7-й год завоевали кубки, вот, что в том году чуть-чуть не хватило везенца, вот, так что план такие.